Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 сентября 2022 года, и я продолжаю наш цикл с авторы ожившей поэзии от А до Я. В этом цикле мы отображаем всех поэтов, соавторов нашей замечательной ожившей поэзии. И сегодня вы услышите таких поэтов: Раевская, Флеша, композиция Лара Фабиан, затем поэтесса Роберта, композиция называется «Так холодно», затем Илья Романов, «Храм любви», далее «Влюбленный февраль» на стихи Галины Пассейн, и последняя на сегодня композиция будет «Долгожданная встреча», только-только написал, на стихи Эльвиры Рейнке. Музыка и исполнение везде Самойла Фрумовича. Начинаем. Это 77-й выпуск, из которого будет готовиться, из всех этих выпусков будет готовиться антология нашей замечательной ожившей поэзии. Итак, Флеша, Раевская, стихи. Мне подруга детства
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкально-поэтический композиция «Экспромт» Лара Фабиан. Стихи Флеша Раевская, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете. Стихи поэтессы Роберта. Так холодно. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Видео с интернета и сыпа ожившей поэзии. Так холодно. Леденцовое облако, повеяло дыханием зимы, и кружится, кружится, кружится души лебезговое кружево, молчание разлуки оружие. Где счастье всевластное мы, и кружится, кружится, кружится души лепестковое кружево, молчание, разлуки оружие, где счастье всевластное мы. Наша влюбленная ветренас, ах, эти стихи безвременнас, природа печали гременна, и стыню глухих северов, как пасмурные, как пасмурно, лишаюсь последнего разума. А сердце желает несказанных безумных пленительных слов, как пасмурно, как пасмурно, лишаюсь последнего разума. А сердце желает несказанных безумных слов. Сирень облетает закатами, любовь разбивает атомы, тоска новым расплатою, тоска, да сердечная муть. Так горестно мне, так горестно играть в ненаписанной повести, нелепо, наивно и совестно. Забудь меня, милый, забудь. Так горестно быть, так горестно играть в ненаписанной повести, нелепо, наивно и совестно. Забудь меня.
Самвел Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Так холодно. Стихи поэтессы Роберта. Видео из интернета. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Илья Романова. «Храм любви», музыка исполнения Самуила Фрумовича, видео из интернета из цикла «Ожившей поэзии». «Храм любви». Заглянула к нам в берлогу дочь огня, заря. Собирайся в дорогу, вольное дитя. Чтоб раздавим берегам сказочный поход, новый день подарит нам новый горизонт. Льется серебро по скалам, чистая вода. Счастья нам не будет мало, с Богом мы никогда. Радостно мчат коровы, лотос пчел зовет. Силы нам прибавят снова молоко и мед. Нами снижен высокий сыпь дороги и галер. Прочь прогонит все тревоги южный ветер веер. На постели будет поле, окунись цветы. Пусть тебе приснится море, город, храм мечты. В этот город попадаю те, кто вновь и вновь в своем сердце пробуждают вечную любовь. Те, кто служит, как коровы, принося все в дар. Те, кто кружат, словно пчелы, только на нектар. Те, кто скромно, скромно травы, лечат, жертвуя собой. Те, кто скромно, южный ветер, дарят всем покой. Те, кто как вода смиренна по крутым горам, вниз стремятся неизменно к вечным берегам. Днем за днем, за годом год, внешне и внутри, тот, кто ищет, тот найдет город, храм любви. Тот, кто ищет, тот найдет. Музыкальная композиция «Экспромт», «Храм любви», стихи Илья Романов. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Галины Осейн. Композиция называется «Влюбленный февраль».
музыка исполнения Самвела Фурмановича из цикла «Жившая поэзия». Встречал февраль весну, как-то у дороги получился разговор деловой, и в итоге долгожданная весна. Я скучал немножко и заглянул. Солнце, словно в небе марта.
Лондонского золотой червонец. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович, музыкальная композиция «Экспромт», «Влюбленный февраль», стихи Галины Бассейн. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Эльвиры Реймке. Композиция называется «Долгожданная встреча». Музыка исполнена Самуила Фурмовича из цикла «Жившая поэзия». И на этом, друзья, я заканчиваю сегодняшний выпуск. Это был 77-й выпуск из цикла «Соавторы ожившей поэзии от А до Я». С вами был Самуил Фурмович. Всем доброго. До новых встреч.